Спорт і церковне життя суміщає вінничанин Олександр Романовський, трикратний чемпіон області по народному жиму. З понеділка по п'ятницю працює фітнес-тренером в одному з спортивних клубів міста, тренує юнаків та тренується сам. А в суботу та неділю проходить церковний послух у храмі, що на території другої міської лікарні. Паламар Олександр каже, що таким чином він тренує і тіло, і душу. Спортзал – основне місце роботи Олександра. Тут він працює у будні дні, тренуючи юнаків. У чоловіка є душа, яка потребує спасіння, і є тіло, яке потребує і тренування, і пищі. Вот. Поэтому там я занимаюсь одним, а здесь я занимаюсь другим. Но оно все совмещается, потому что человек цельный. И то нельзя оставлять, и этого нельзя выбрасывать. Ось у цьому храмі, що при другій міській лікарні, і проходить послуг Паламар Олександр. Всім серцем моїм зажгав тебе, не отрени мене в заповіді твої. Серцем моїм скрышу і сад твоя, куди не согрішу тебе. Благословенніся Господним очима оправданням твоїм. Уснам оно мене возвести вся судьба уст твоїх. На пути сведения твоих насладишься, я говорю, всяком удовольствии. Тело – это инструмент. Его надо кормить, его надо тренировать, потому что ленивое тело, которое постоянно в неге расслабления, оно только плохо влияет на душу. Вот. Таким образом, тогдашнее мое пристрастие к спорту превратилось в обычную часть жизни, которая называется физическая культура. У нас в акценте был средний и нижний пучки грудной мышцы. И остался у нас верхний пучок грудной мышцы и малая грудная мышца. Сейчас Евгений будет вжать под углом. Выдох. Ну и как всегда, на основные усилия делается выдох. То есть вниз вдох, вверх выдох. Упражнение также хорошо развивает мышцы трицепса и дельтовидную мышцу. Я прививаю всем своим как бы, ученикам, что физическая культура не должна быть на поиск результата, на поиск чего-то такого, каких-то супердостижений. Там, трамвай им переворачивать не придется, скажем так. Ну, все равно среди них есть чемпионы Винницкой области, во всяком случае. А сейчас Александр бессменный паламар нашего храма. И, конечно, у него трудный период жизни. Вот, не всегда можно быть сейчас на службах, но когда есть, всегда мы вместе молимся, всегда помогают. Паламари, чтец, это прийти раньше батюшке на службу, что он молодец, регулярно исполняет, всегда старается вовремя быть, зажечь лампады, приготовиться к богослужению, помогать священнику. Служіння Богу та спортивну кар'єру Олександр планує і надалі. Ірина Корж, Сергій Кошарський, Вадим Інджеєвський, телеканал «Віта».